Жители Энгельса заявили в полицию о похищении ребенка. Инцидент произошел во дворах многоэтажных домов в районе первой школы. Очевидцем произошедшего стал 13-летний подросток, который рассказал, что 8-летнего ребенка увезли неизвестные на черной тонированной иномарке. В следственном отделе Энгельса заявили, что информация о похищении проверяется. На месте работают лучшие сотрудники управления. 13-летний мальчик показалось его поведение несколько неестественным и довольно активным поведением, что он увел в сторону автомобиля. И он стал преследовать этого гражданина, крича «стой, стой». В ответ на это гражданин взял ребенка на руки, толкнул подростка, сказал «не лезь в свое дело», сел в автомобиль вместе с подростком и уехал. Подросток подозревает то, что могло иметь место похищение. В настоящее время, естественно, мы начали проверку данного сообщения. Пока в настоящее время заявлений никаких о похищении не поступало ни в органы полиции, ни в органы Следственного комитета. Восстановить картину произошедшего пока сложно. Единственного свидетеля, которым является подросток, допрашивают оперативники.